Ну что, настал час X. Сейчас мы будем ставить наш свежепочищенный карбюратор на нашу Honda AX1 и посмотрим, будет ли у нас устойчивый холостой ход и вообще устойчивая работа на этом мотоцикле. Сейчас я сперва еще тут промою, чтобы было чистенько. И будем ставить. Ну и попробуем теперь в обратном порядке поставить наш карбюратор. Не знаю, насколько у нас это получится. Что-то трубочки надо подключить. Так, ну вот, вроде сделали. Подцепили. Сейчас надо попробовать его поставить. Потом уже тросики я подсоединю. По-моему, можно не снимая это все сделать. Главное, карбюратор на место запихнуть. Мы же как-то его сняли. Запихнуть будет тяжелее, я думаю. Завершающая стадия, я так думаю, да? Во, теперь все на месте. Так, сейчас подсоединим тросики, все затянем, попробуем запустить. Обнаружилось, что рубашка у троса газа протерта, я ее сейчас замотаю за ленты, потому что трос не заедает, ходит, поэтому пока что он поработает так, когда накроется, заменим оба троса, потому что второй трос вообще пустой, это возвратный. Ну, такое часто распространенное явление на Хондах. Так, есть тут еще где-то повреждение? Вроде нет. Так, ну что, настал момент X. Дверь открыта, аккумулятор прикручен, бак поставлен, кран открыт, подсос вытянут, запускаем. Цели мы достигли, мотоцикл завелся, поехал весьма неплохо. Следующим этапом будет, как вы уже заметили, заднее колесо, потому что оно стоит у него не родное. Я хочу поставить родное колесо, поэтому в следующей серии мы поедем на помойку, вот, и найдем заднее колесо нормальное. Поменяем там подшипники, сальники, поставим другую покрышку и, собственно, сделаем мотоцикл чуть пониже, да, чтобы он был более удобный для низкого седока. Также выявилась у него
неисправность там, где мы подматывали трос газа. Вот, трос газа при повороте сам себя натягивает и, соответственно, повышается оборот. Для неопытного ездока это грозит дорожно-транспортным происшествием, травмами и прочей фигней. Надо этот момент тоже решить, пока у нас еще можно ездить. Я пока покатаюсь на этом мотоцикле вокруг дома. Вот, и, может быть, еще что-то найду, какие-то косяки. Так что подписывайтесь на канал. В следующей серии поедем на помойку.